Есть такая притча про клетку, в которой обитают люди и монстры, и ключи от клетки у монстров. И фишка в том, что когда человек отнимает у монстра ключ, он сам превращается в монстра. Это я к метаморфозам, которые ждут любого нормального человека, когда он становится чиновником. Вот когда чувствуются ли, во-первых, вот эти метаморфозы, происходят они уже, и может ли вообще человек быть застрахован от того, чтобы превратиться в чиновника в худшем смысле этого слова? Что такое чиновник в нашем понимании? Это бюрократ, который что-то откладывает, лишь бы ничего не делать, не брать на себя ответственность. Вот в 90-х годах это деньги правили. Чиновников тогда не было, правили деньги. А происходит ли сейчас что-то со мной? Я думаю, да, происходит, знаете, это называем во мне внутри чужой сидит. Я его так загнал туда, знаете, прям кулаками. Да, вот он все усмирился, да, то есть, ну, как увидел там, что ты чиновник, ты можешь все. Мне сегодня, кстати, сказали, что по статусу, там какой-то же есть чин статский, чины есть еще государство. Вот я где-то там генерал-лейтенант, да, я тут же прям вспомнил, что папаха мечта всегда была, жизнь лампаса. И как-то внутри вот чужой, знаете, зашевелился, да, то есть, вот, но понимаете, в чем проблема? А у нас действительно проблема есть в стране. Не я меняюсь, меняются люди вокруг меня. И на самом деле, мне кажется, что во многом ну вот, проблема чиновничества – это не проблема людей внутри, а людей снаружи. Да? То есть мы сами с радостью приносим подарки, мы сами с радостью предлагаем взятки, извините за выражение. Количество предложений, которые ко мне сейчас сыпятся, там, стать вот, в дольку, войти в дольку, да, просто войти в дольку, лишь бы вот в дольке был человек, да. Потом самый верх, конечно, финиш победил. История, когда мне пишут, что Герман Сергеевич, вы так прекрасно, вы так великолепно. Вы знаете, ну вы же заняты постоянно. Поэтому давайте мы представим наш проект удивительный, в котором мы вам дадим только вашему сыну. Да? То есть, вот, то есть, понимаете, это еще раз, я сижу, я не борюсь с соблазнами, да, потому что, ну, как-то вот я их когда-то в 90-х переборол, еще что-то. У меня их как бы особых нет. У меня есть своя цель, но в целом выдержать такой напор нормальный человек, мне кажется, не может. И постепенно у человека складывается вот эта история. Вот чужой поднимается, 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 поднимается и превращается, как вы справедливо заметили, там, в дракона или в монстра. Или... Ну, так все происходит. Неожиданно. Сложный вопрос был про патриотизм, да, потому что да, вокруг этого бьются оселком прям вот все. Да, ну, и все время вот вокруг этого приходится... Вот. То, что я ожидал услышать, это я ожидал услышать вторую историю примерно вот как про патриотов.